концертном зале «Сады Победы» состоялся гранд-финал международного конкурса красоты «Miss Tourism International Ukraine Black Sea». За звание обладательницы конкурса сразились 16 девушек из Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии, Нигерии, Китая, Гонконга, Израиля, Эстонии и Албании. Организатором конкурса выступил Национальный комитет «Miss Украина Юг» при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Мероприятие проходит, не могу не заметить, при поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Васильевича Кивалова. Это он очень часто поддерживает все культурные мероприятия, которые проходят не только в нашем городе, но и за его пределами. И я, как студентка юридической академии, могу на 100% вас уверить, что Национальный университет, Одесская юридическая академия, дает не только прекрасные условия для того, чтобы получать профессиональное, качественное образование, но в его стенах можно творчески развиваться, духовно развиваться и принимать участие в подобных мероприятиях. Ведь ни для кого не секрет, что именно победительницы международных конкурсов красоты становились очаровательные студентки именно юридической академии. Во-первых, я хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса, городу, а также Сергею Васильевичу Кивалову за то, что этот большой, грандиозный проект состоялся в нашей стране. И это действительно большая гордость, что девушки со всего мира смогли приехать и убедиться, что Одесса – это все-таки самый красивый город на Земле. В Академии очень активно проводятся конкурсы, творческие конкурсы среди студенток, и это дает им стимул участвовать дальше в городском конкурсе. И как показывает практика, в последние годы участницы конкурса «Мисс Одесса» занимают активную позицию и призовые места в главном конкурсе города. Для победы в конкурсе девушкам пришлось приложить немало усилий. Конкурсантки участвовали в конкурсе талантов, а также примерили бикини и вечерние наряды. Победительницей конкурса Miss Tourism International Ukraine Black Sea стала участница из Эстонии Екатерина Печенкина. Девушка стала обладательницей ювелирной короны весом около 3 килограммов, изготовленной из драгоценного металла и украшенной камнями. Победительница конкурса Miss Tourism Ukraine Black Sea Печенкина Екатерина, мисс Эстония. Я очень рада, счастлива, что второй мой конкурс международный в Украине прошел, и я получила главный титул. Как считаете, что помогло вам победить? Не знаю, я, как бы, честно, трудолюбящая. Я всегда иду до конца, упертая. Очень важно было, чтобы девушки во время конкурса показывали максимально свои, открывали свои и таланты, и были активны, и позитивны по отношению к другим участницам. И мне понравилось то, что участница из Эстонии, которая прилетела на сутки позже, и уже прошел конкурс талантов, она сказала: я все равно хочу его показать. То есть она показала свой талант на следующий день. То есть она готовилась, она максимально выложилась. И она очень дружелюбна, позитивна, всегда с хорошей улыбкой на лице, с хорошим настроением. И очень внешне фактурная. С учетом того, что Эстония в следующем году будет отмечать большой праздник на День города, я думаю, что вот эта давняя дружба с Эстонией тоже наверняка принесет свои плоды.